Привет. Глядя на современные электровелосипеды, понимаешь, нет предела совершенству и исполнению наших самых заветных желаний. Сейчас можно найти модельки на любой вкус. Кто-то любит самые быстрые, кому-то нужно непременно самый красивый и стильный велосипед, а кто-то хочет иметь самый надежный и сохраняющий здоровье велосипед. Вот о таком мы сегодня и расскажем вам. Речь пойдет о немецком электрическом горном велосипеде Highbike Enduro Hard 7 2.0 с колесами 27,5 дюйма и электрическим оборудованием от Yamaha. Дизайн этого велосипеда лично мне очень нравится. Я любительница бело-черно-красного. Итак, модель 2019 года. Велосипед истинно европейский с присущими ему особенностями. Скорость, развиваемая мотором, до 25 км в час. Долговечный кареточный мотор Yamaha 250 Вт и фирменная литий-ионная батарея Yamaha на 400 Вт-часов с гарантией на целых 2 года. Это классический горный велосипед. Создан он для покорения бездорожья, головокружительных спусков с горок, поездок по грунтовым дорогам и покорения горных трасс. Еще раз подчеркну, что он оснащен электрическим мотором Yamaha. Yamaha Pedal System, смонтированным в кареточном узле, что позволяет эксплуатировать электромотор только в режиме ассистирования педалям. Кстати, кареточные моторы обеспечивают оптимальную развесовку в вашем велосипеде, низкий вес и высокую надежность. То есть, в данном случае, ассистирование педалям обозначает: педали крутим, мотор работает, не крутим, не работает. Свои же родные легкие колеса обеспечат прекрасную езду с чудесной трансмиссией. Об этом чуть позже. Итак, этот режим сохраняет хотя бы минимальную спортивную форму и позволяет разогнаться не выше 25 км в час с помощью мотора. Далее вы разгоняетесь с помощью работы ваших ног. В контроллере, расположенном в одном корпусе с мотором, стоит соответствующее ограничение. В Европе привыкли заботиться о здоровье своих граждан. Теперь к этому приобщаемся и мы. Это не помешает разогнаться с горки до любой скорости на собственном накате. Велосипед создан для того, чтобы с помощью мотора вы легко заехали на горку, и потом вам мотор уже не нужен. Вы получаете кайф и полное удовольствие на чудесном экстремальном спуске. Итак, рама алюминиевая с внутренней проводкой тросов. Все технологично и аккуратно. Аккумуляторная батарея Yamaha Lithium 400 Вт-часов позволяет проезжать до 120 км в режиме ассистирования на самом экономном режиме Eco. Фирменное зарядное устройство Yamaha Quick Charger 4 ампера заряжает батарею примерно за 3 часа. Ну и черно-белый монитор Yamaha SideSwitch 1,7 дюйма LCD позволяет видеть, в каком режиме эксплуатируется двигатель, какова его текущая скорость, какое расстояние проехали, контролировать степень зарядки аккумулятора, а кнопки на дисплее позволяют изменять режим ассистирования с помощью педалям. Есть также самая левая кнопочка рядом с кнопками управления режимами ассистирования. Это режим пешего хода. Когда вы ведете велосипед рядом, нажимаете эту кнопку, и он едет рядом с вами с помощью мотора с минимальной скоростью. Это очень удобно, особенно когда вы ведете рядом с собой велосипед наверх. Велосипед имеет компоненты среднего уровня, которые целиком и полностью удовлетворят самых требовательных велолюбителей. Вилка с воздушным демпфером, SR Centaur XRC Air с локаут. Ход у нее 120 мм. Это заявка на то, что велосипед может ехать по серьезному бездорожью и сглаживать неровности рельефа. Ручки переключения скоростей Shimano Deore M6000. Весьма достойный уровень. Тормоза гидравлические Tektra M275 с обоими роторами 180 мм. Это говорит о том, что велосипед будет тормозить эффективно. Трансмиссия 1 на 10 Shimano Deore M6000. Кассета, соответствующая от Shimano, на 11-42 зубьев. Теперь коротко о колесах. Обода универсального размера 27,5 дюйма, легкие, двойные, алюминиевые, Roddy Black Rock 21, заспецованные спицами Sapim Leader, что также повышает надежность колес и велосипеда в целом.
Зубастая и агрессивная, излюбленная многими байкерами велорезина Швальбе Smart Sem с отличным защитным слоем поможет вам кататься без проколов и остановок. Вес велосипеда со всем оборудованием 21,7 кг и рассчитан он на максимальную нагрузку 120 кг. Это велосипедист плюс груз. Моделька свежая 2019 года. На ней будет приятно как прокатиться по парку, так и поехать в дальний поход с преодолением перевалов и горок. Ну а мы желаем вам самых ярких впечатлений и только приятных эмоций от поездок на таком прекрасном электровелосипеде европейского уровня.